братан, у меня зовут капец Путин. Нужно слушать нас бросить гадики. Но если нужно, братан, то сбрось. А, легко сказать, мы все на улоге. Ну, септонтика пусти и все. А если громко получится? Тогда, братан, замаскируй пердёс. Это как? Кашляни во время кашляния пёрни. Боюсь, не прокатит, братан. Что, так много в заводике гадиков скопилось, что ли? Тогда прям закашляйся. А это может покатить, но я тебя все равно очкую. Да ты успокойся, братан, я 100 раз так делал. Ну ладно, только нужно дождаться, когда училка будет новую тему урока объяснять, чтобы полной тишины в классе не было. Дети, новую тему урок сегодня не будет, сейчас будет проверочная работа. Засыбись, теперь точно не вариант пилдануть. Вставайте листочки. Братан, дай, пожалуйста, листок для проверочной работы. Все, дети, выполняйте проверочную работу, а то до конца урок не успеете. На. Я что-то подумал, братан, не надо, я и свои тетрадки вырву. Как хватит. И да, в классе должна быть идеальная тишина. Если услышишь, что кто-то болтает, сразу выгоню. И у сосед по парте списывать нельзя. Ты же это помнишь, Игорь? Да, Анфиска Запаловна, помню. Вот и хорошо. А, просто замечательно. А ты что, братан, передумал, что ли? Не, я настраиваюсь. Понятно. А ты меня, если что, подслахуешь? Это как? Если глухая пальма напилдану, то тоже кашляни. А, окей, братан. Пальма был, братан? Не-а. Отлично. А сейчас? Нет. Кайф. Сейчас, если что, братан, тоже непалевно было. Игорь, с тобой все нормально? Я просто замечательно, Анфисочка Заполовна. А что такое? Ну ты что-то кашляешь и кашляешь. Ты не заболел случайно? Не, Анфисочка Заполовна, все нормально. Просто в горле пилцит немножко. А, ну ладно, продолжай выполнять проверочную работу. Хорошо, братан. Я если не все гадики выпустил из лицо. Сейчас и все буду аккуратно это делать. Ты запомнишь, что если это будет палевно, то меня подстраховать нужно? Да, помни, если что, я кашляну. Спасибо. Все, упалено было, что ли? Игорь, это что было? Ты совсем обалдел, что ли? Извините, Анфисочка Заполовна, я случайно. Если честно, Игорь, вообще в шоке от тебя. Я правда случайно. Ну ладно, продолжай выполнять проверочную работу. А можно выйти? А до перемены это не терпит? Не-а. Намек понятен, иди. Большое спасибо. Это был дерьмовый план.